Я должна защитить каждого. История чемпионов. Маленького стража, путешествующего сквозь время. И великого бедствия, с которым они столкнулись. Король Руам. Слушайте внимательно, солдаты Хайрула. За всю нашу долгую историю мы едва ли сталкивались с угрозой такого масштаба. Годы пролетели быстро с тех пор, как было предсказано возрождение Ганона. Да, мы раскопали божественных тварей и пополнили книжные тома знаниями о древних реликвиях. Но баррикады из книг не спасут нас. Потому что на нас несется армия, с которой мы никогда раньше не сталкивались. Уже сейчас враг вцепился за наши горла, за сам замок Хайрула. Мы должны уничтожить монстров, бродящих по земле Хайрула. Так пусть начнется наша новая попытка остановить бедствие. Здесь, сейчас, вперед! И будьте храбрыми в бою за свое королевство! Поджигайте! Заряжайте пушки прямо сейчас! Уберите этих тварей с равнины! Приветище! Это новая часть Зельды, которую так долго все ждали, и мы приступаем к защите Хайрула. Первое, что хочу сказать, так это то, что новая Зельда кардинально отличается от предыдущей. Сейчас мы играем за старого доброго Линка, который обладает всей своей мощью и спокойно раскидывает бокоблинов. Кстати, во время построения на площади Линк был без каски, то есть ты понимаешь, насколько он бесстрашен. Насчет сбора вещей, которые падают с этих бокоблинов, теперь не нужно заморачиваться, подбегать к ним и собирать. Все вещи, которые я выбью, автоматически падают в мой инвентарь. Ух, как это было мощно. Давай-ка еще разок. Ой, как я обожаю раскидывать этих бокоблинов. Вот это мощь! Я просто чувствую, что я как бог. Вроде бы бьешь вот этих свиней, а их все больше и больше. Так, стражники, разойдись, не мешайтесь мне. От вас толку вообще никакого. Да блин, вы что такие бессмертные? О, 100 убийств! Мои первые 100 убийств. А вот и комбо подъехала. Сейчас я всех размотаю. Все, я всех раскидал. Как пушечное мясо просто. Закрыть ворота! Не дайте ему уйти! Отлично, теперь они у нас как на ладони. Огонь! Кажется, мы прогнали орду из замка. Продолжайте сражаться, войны. Еще больше мерзких тварей. Черт, мы не должны колебаться. Защищайте свои позиции. Вообще не переживайте, я всех раскидаю, я все сделаю. Правда, мне нужно отлучиться на другую позицию, где очень много монстров. Смотри, сколько их тут. Югу! Шикардятина. Левой, правой, левой, правой. И вот так вот свертухи. Вообще по красоте. О, типа Басяо. Враги сильны, будьте начеку. Да вы чё, ребята, это же простой моблин. Я таких за свою жизнь, знаешь... А, блин, эта жизнь еще не наступила. Так, так, так. Короче, ребят, я вам рассказываю, в будущем я таких моблинов вообще разматывал. Только вот что-то вот этот крепенький попался. Оп-оп-оп-оп, не успел, не успел. А, засранец какой-то, блядь. Момент настал. Отведай моей стали. Все, разрубил. О, еще и добивашка, круто. Ну просто фаталити. Mortal Kombat какой-то, слушай. Отличная работа. Давайте воспользуемся этим шансом, чтобы вернуть блокпост. Да не вопрос. Где этот блокпост? Мне кажется, что вот это не похоже на блокпост. Ну да ладно, я все равно здесь всех раскидаю. В атаку! Я один в поле воин. Так, так, среди нас есть убийца моблинов. Ого, кажется, меня король заметил. 200 убийств, вот это я мощный. Ладно, свинки, извиняйте. Мне нужно бежать, отбивать блокпост. Но напоследок я, пожалуй, заряжу вам пару стрел. Держите. И еще одну вот так вот вам. Все, я думаю, этого достаточно. Побежали. Кстати, знаешь, чего здесь нет? Линк теперь не может прыгать. Ну, как бы может от препятствий каких-то, но сам по себе прыгать не может. О, нифига себе, здорово, ребята. А чё меня не звали раньше на тусовку? Короче, все, я прибежал на блокпост, раскидал всех по-быстренькому. Мега круто, мега красиво. А, о, смотри, какой жирный свин. Надо бы его выпотрошить. Блин, свин стоит и смотрит просто на меня, как на какую-то, не знаю, цирковую обезьянку. О, нормально он меня так вшпилил своей палкой. Наглая свинина. Я все равно тебя накажу. Да что ж такое? О, получилось. Вот это комбо! Но этого комбо было недостаточно. Все равно у свинины пол хп. Сейчас попробуем пострелять. О, нифига себе скосил. Линк, ты чё косишь? Давай, добивающий. Прям в пятачок. Чё-то его вообще ничего не берет. Ну давай, давай, нападай на меня, нападай. А, да не так же. Во! По красоте. Фенчуй. А-ля фенчуй. Свинина сдохла. Шикарно. Блокпост мы отжали. Точнее, мы его вернули обратно. Мы пойдем на юг и разберемся с монстрами на той стороне. Да не вопрос, ребята, чешите куда хотите. Я и без вас разберусь. Импа. Эй, ты, помоги! Что? Почему это происходит? Это башня? Что это такое? Хотя не важно. Вначале я должна разобраться с врагами. Смотри, как это делается. Щусель-пусель, размотай. Блин, вот это фейл. Это все из-за того, что я перед девчонкой упендриться решил. Так что же это? Эта штуковина у тебя в руках. Оно активировалось. Пура говорила, что этот камень обладает какой-то силой и может помочь нам в бою. Но это, конечно, все шикарно. Я знаю, как эта штука называется. Камень Шика. Я просто из будущего. Смотри, что эта штука умеет. Хопачки. 300 убийств. Шикарно. Кстати, я ощущаю себя каким-то терминатором, который пришел из будущего, чтобы спасти вас всех. И насчет будущего, Импа. Не хочу тебя разочаровывать, но через 100 лет ты будешь, ну, такой, ну, очень отъевшейся бабкой. Ты сейчас, конечно, очень симпатичная, но на пенсии ты будешь выглядеть как отъевшийся кабан. Если ты помнишь старую добрую бабушку Импу, то напиши об этом в комментарии. А я, пожалуй, воспользуюсь камнем Шика и снова призову гранаты. Ой, чума. Это тебе не мечом махать. Кстати, еще одна фишка в том, что тут щиты не ломаются, и можно серфить на них просто бесконечно. Опа, 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 смотри, там сундучок. Там сундучок. Я хочу этот сундук открыть. 400 убийств, нифига себе. Кстати, за мной теперь вот этот маленький робот бегает. И я еще вскрыл сундук как-то боком. Теперь его нет. В общем, я открыл, собрал с него все, что было. Теперь сундук просто ударяешь мечом, он открывается. Не нужно его пинать, ждать, пока там что-то с него вывалится. О, рупи. Отлично. Можно будет сходить в трактир, соку выпить. Рамена сожрать. Ну что, и все. Я здесь вроде бы все зачистил, можно двигаться дальше. Let's go, парни. Нифига себе, Импа там разносит, ты видал? Ладно, надеюсь, они там справятся вместе с бабулей Импой. Блин, теперь-то она не бабуля. Вот так вот. Выкусили, свинтусы. А вам гранаты. С Новым годом! Пошли нафиг. Где там следующий блокпост? Вроде бы нам сюда. Ну, как ты уже понял, открытого мира теперь не существует. Вся игра проходит вот в таких вот локациях. Мы будем постоянно сражаться, месить врагов. Просто толпами. Но не думай, что мы будем играть только за Линка. Тебя ждет удивительно прекрасный сюрприз дальше. Дело в том, что перед тем, как играть в полноценную игру, я поиграл в демку. И уже, в принципе, освоился тут. И в таком жанре игры тоже есть свой шарм. Надеюсь, тебе понравится. А мы уже тем временем добежали до следующего блокпоста. Тут не боб-коблины, а ящеры. Ух ты, слаймики. Давненько вас не видел. Напоминаю, что эти ящеры очень коварны. Они умеют плеваться. Что меня очень бесило в предыдущей игре. О, смотри, сколько их тут. Отряд ящеров. Сейчас мы их разбомбим. Я что-то сожрал, по-моему. У меня накопились силы, а это означает, что я могу использовать комбо. Надо только подобрать нужный момент. Ну чё, ящерки? Хотите увидеть моего комбо? А шиш вам. Это для босса. О, вот, собственно, и босс. О, и он как раз-таки плюется, что меня бесит. Я думаю, что пора использовать комбо. О, новая способность открылась. Ледяная глыба. Круто. Ящер, короче, ударился об эту ледяную глыбу. И мы его сейчас размотаем, наверное. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Эх. Ну что ты смотришь? Покажи, на что ты способен. Давай снова в ледяную глыбу. Ледяная глыба. А-а-а, он затормозил. Какая-то база ящерная. Робот, хелпани мне, что ты со мной бегаешь-то? Надо, короче, поймать момент, когда он побежит. И я ледяную глыбу призываю, и, короче, он врезается, и вообще все будет четко. Ну давай, давай, беги, беги! Ай, плюет! Как верблюд. Ну чё, давай! 1 на 1! Итак, он собирается, я призываю ледяную глыбу, и он врезается. Отлично, добивающий! Вот это добивающий. По идее, он должен был его разрубить на куски. Сундучки. Надо все собрать. О, видал? Один раз махнул, все сундуки открыл и все собрал. Вот так вот. Ох ты, где-то был призван волшебник огня. Появился страшный монстр. Пожалуйста, дай мне справиться с ним одной. Ну блин, что началось-то? Бабуля Импа вступает в игру. Теперь мы можем за нее играть. Что ж, я думаю, пришло время сменить персонажа. Теперь мы бабуля... красотка Импа. Посмотрим на ее навыки. Короче, она обладает определенными техниками клана Ига. Помнишь, когда мы сражались с кланом Ига, там они вот использовали такие же карточки, как Импа сейчас. и также перемещались как импа. А еще, смотри, что она умеет. Она умеет призывать теневых клонов. Сейчас я попробую это сделать. Вот, кстати, этот огненный волшебник. 500 убийств! Вот это я мощный. Вот, смотри, кстати, теневые клоны появились. Вот они вместе со мной бегают. О-о-о, круто. Так. Я думаю, что сейчас мы бомбанем этого волшебника при помощи... Ух ты! Огромной бомбы. Теневые клоны за мной. Давайте добьем его. Ну же, последний удар. Эх, чуть-чуть не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй, поджарили мою пятую точку. Теневые клоны пока не исчезли, это хорошо. О, нифига себе, как я это сделал. Крутяк. Ой-ой-ой, метеоритный дождь пошел. Надо мочить этого волшебника, он меня уже бесит. У него пол хп осталось. И я сейчас думаю кинуть в него гранату. А где граната? Граната улетела куда-то влево и там взорвалась непонятно где. Надо с этими гранатами еще подучиться. Кстати, у нас уже набралась суперкомбо. И надо бы посмотреть, какое оно у импы. Какой-то предмет на земле. Возможно, его уронил брат. Да, это жезл этого волшебника. Сейчас мы размотаем здесь блок гоблинов. И возьмем его жезл. Как мне это нравится с теневыми клонами, вообще обалдеть. Ой. Призвал случай. Блин, опять комбо. Но какой-то другой, смотри. 600 убийств! Знаешь, на какой-то момент мне показалось, что импа намного круче Линка. А ты как думаешь? Напиши об этом в комментарии. Кто круче, Линк или импа? А мы пока заюзаем с тобой волшебную палочку. Посмотрим, как она работает. Так, оба поджечь. Давай вот сюда кинем. Фаербол! О, ну такой слабенький какой-то фаерболчик. Мы снова играем за Линка. Но это временно. Погоди, стоп. Что-то подозрительное было. Это же... семечко Корока, или как она там называлась-то? Ой, точно! Здорово, пупсик. Да, точно, корокское семечко. Моя первая семечка! Получается, их тут тоже надо собирать. У меня тут катастрофа, еды нет, хп восстановить нечем, у меня одно сердечко, и есть шанс, что меня сейчас развалят. Удачно, кстати, зафаерболил. Давайте. Тут, короче, сразу два вот этих моблина, и они жесткие. Ага, добивать. Блин, вот это подстава вообще, подстава. Пол сердечка осталось. Давай. Финиш хим. Все, мы одного прикончили, здорово. Остался последний и полсердечка. Ну, слух-то я его, конечно, не прикончу. Это бесполезняк. Там еще один появился, ты видал? Эх, чуть-чуть бомбочки не хватило мощи. Ну ладно. Используем план Б. Тактика закружить врага. Главное, чтобы этот враг меня не зак... Оп. Момент настал, но я его пропустил, как обычно. Не вовремя призвал глыбу. А был шанс. И... есть! Зарубил его, отлично. Третий моблин, который недавно появился, где-то там бродит недалеко. Вон его там импа сдерживает. Пожалуй, я поиграю за импу. У нее хп побольше. Было до недавнего времени. Врубаем комбо. Бум, шоколадка. Не, ну клоны это, конечно, вообще вещь. Правда, они мне не помогли его все-таки прикончить с одного захода. О, Линк прибежал. Линк куда-то прибежал. Беги отсюда, нафиг, у тебя хп совсем на исходе. Ой, у меня тоже почти на исходе. Вот это замес, да? Легенды дерутся против моблина. И... черт, он меня ушатал кулаком во время комбо. Нифига себе. Да блинский. Ух, ты видал, у импы была 1/4 часть сердечка, и это просто катастрофически мало было. Ты хорошо сражался, и победа — твоя награда. Этот молодой рыцарь хорошо послужил своему королевству. Возможно, официальное назначение не за горами. Отличненько. У нас Виктори. Давай посмотрим, за сколько мы прошли. 21 минуту и 38 секунд мы потратили, чтобы пройти эту карту. Прокачали своих персонажей. Это Импа и Линка. Подняли несколько пушечек, смотри. У Импы тоже. Что у Импы, что у Линка. Оружие под 17 дамага будет. Это мы жрачку набрали. И не только жрачку, тут всякие реагенты, и бумажки, и прочая всякая лабуда, которую мы будем тратить на благоустройство деревень. Какой странный страж. И таинственная башня. Мне неприятно это говорить, но у нас мало шансов разобраться в этом самостоятельно. Эй, что ты? Нет, остановись! Каждый из вас достойно послужил своему королевству. Зельда. Вы сделали это. Я рада, что с тобой все в порядке, Импа. Да, ваше высочество. Я получила камень Шика от Пуры. Что это? Ваше высочество. Камень Шика передал цель маленького стража. Этот необычный гость прибыл из разрушенного будущего, времени разгара бедствия, чтобы спасти принцессу Зельду. Импа предложила нанять Пуру и Робби, известных исследователей древних технологий, для изучения стража и исследования таинственной башни, появившейся на землях Хайрула. Король Хайрула дал согласие. Приказ для Линка, халийского рыцаря. Ты должен охранять появившуюся таинственную башню. Мне сказали, что это может быть важно. Что же касается этого путешествующего во времени стража, действительно ли он заслуживает нашего доверия? Вы должны понять это с помощью исследователей. Пусть богиня Хайлия всегда будет присматривать за тобой. Линк. Искусный фехтовальщик, служащий королевской семье Хайрула. Линк из рода имперской гвардии. Импа. Королевский советник, верный друг. Советник королевской семьи Хайрула и уважаемый член племени Шика. А, ну тогда понятно, откуда у нее техники из клана Ига. А вот, собственно, и карта. Карта всего Хайрула. Используйте камень Шика для дистанционного выбора. Ну, тут все без изменений. Все как в будущем, как говорится. Маленький робот подсказывает нам, что выбрать. Пожалуй, мы так и поступим. Горячие блюда в кастрюле. Мы жертвуем вот эти 3 реагента для того, чтобы получить блюдо. Это блюдо нам поможет в дальнейшем в бою. Вот так вот оно выглядит, и оно дает плюс 5 к урону. Выполняйте квесты в регионе, чтобы внести свой вклад. Работайте вместе с рабочими по всему королевству. Становитесь сильнее и боритесь с бедствием. Ну, вот так вот, собственно, выглядит вторая часть игры. То есть у нас открывается карта, и мы начинаем вкидывать ресурсы в определенные деревни. А деревни взамен благодарят нас какими-то бонусами и предлагают торговлю. Допустим, здесь, если мы предоставим все необходимые ресурсы, то Импа получит +1 к своему здоровью. Но чтобы открыть другую территорию, нам попросту нужно воевать с монстрами. А чтобы воевать нам было проще, мы можем заглядывать в Академию Хайрула. Например, вот сейчас мы прокачали Академию Мечников Хайрула. Тем самым мы открыли еще одно комбо для Линка. Ну что ж, нас ждет еще одна битва возле замка Хайрула. Мы отправляемся туда не одни, вдвоем с Импой, и воспользуемся нашим новым горячим блюдом, которое дает нам плюс 5 к дамагу. Конечно же, перед битвой мы можем вооружить или переодеть наших героев, что, собственно, сейчас попробуем сделать. Насчет меча. Нам нужно одеть меч плюс 17 к урону, который вот этот вот. И, пожалуй, на всякий пожарный стоит нам одеть каску. Мы, конечно, можем раздеться, но делать мы этого не будем. Ну вот, в каске всяко побезопасней. Зельда, заинтересовавшись маленьким стражем, решила сопровождать Импу в ее поездке в исследовательский центр Пуры в Хатена. Вместе с Линком, выступающим в качестве телохранителя, они направились в деревню технической лаборатории. Почему он так привязан ко мне? Кто же ты такой, малыш? Я полагаю, все, что мы можем сделать, это ждать Робби и остальных в лаборатории. Согласна, ваше высочество. Страж? Но почему? И монстры тоже. Сейчас самое время.